Так, у меня сегодня посылка. Тут ноутбук. Ну, решил днем. Дети все просят там поиграть в компьютер. Роблокс там и прочее. А у меня уже очень много лет стоит Linux. Ну, соответственно, сложно настраивать какие-либо игры на Linux. Хотя можно через Vine. Играет на нем браузерные игры и Minecraft. Minecraft под Linux идет. Все там сделано. Вот Roblox не могу установить. Он еще не заточен под Linux. Первый пакет снял. Так, это вот защитный. Дальше идет защитный слой. И следующая коробка. Так, первый раз заказываю ноутбук. Как раз расскажу, нужно ли покупать, не нужно его. Стоит заказывать. Ну, соответственно, как обычно, через год-полгода я буду делать обзор на него, как он меня прожил. Это просто чисто распаковка. Посмотреть, что внутри, параметры. Какая предустановленная система, какие там программы. И стоят там программы. Так, вот первая коробочка я вытащил. Тут, наверное, зарядник. Или что здесь? Да, кстати, не китайский. Европейская розетка. Вилка для европейской розетки. Дальше. Вот сам ноутбук. Запакован хорошо. Тут точно ничего в нем не побьется при такой упаковке. Ну, как они и говорили, там писали, точнее, он довольно тонкий. Там несколько, сколько USB? 4 USB, кажется, должно быть. 3 USB. Один из которых у нас он 3.0, остальные 2.0. Так, значок напоминает мне Hewlett Packard. Так, открыл я ноутбук. На вид он довольно прилично выглядит. Такая тавтология. Так, кнопочки здесь довольно приятные и прирезиненные. Что радует, есть русский шрифт здесь, русская раскладка. Что, запускаем? Так, надо найти еще кнопку. А вот, если он, вообще-то они обычно заряженные должны быть. Так. Эх, видимо, а нет, о, пошло, Intel Inside. Я не знаю, как там с Windows с этим. Уже у меня очень давно Windows не было. Я не видел там, где вроде десятка предустановленная. 500 гектаров. 500 гигабайт жесткий диск. 8 оперативка. Насколько я помню по параметрам. Но запускается очень долго. Ну, это Windows, может, я не знаю, из-за этого. Может, первый заряд, первый запуск. Кстати, пленку можно снять. Не надо снимать. Кстати, тоже. Обычно я ни разу не видел, чтобы с пленкой продавались ноутбуки. У них было. Продавалось так, что здесь вот просто пленка, которую можно снимать и обратно класть на клавиатуру. Это может первый запуск, он так долго. Точно. Сейчас его так, русский. Ну, Windows я не буду сносить. Если получится, я поставлю параллельно Linux, так как предполагается, что в основном детям будут пользоваться. Так, Россия. Не знаю, видно там, нет? Я сейчас тогда наведу именно на экранчик. Так. Русская. Да.
вторую интересную какую, английскую, что ли, латинскую. Мышка, кстати, неплохо работает. Это английский. Я не разбираюсь, английский Билли, это что такое? Английский, просто английский есть? Это интересно, у всех так Windows настраивается? Вот, английский в США. Так, далее. Пускай такая будет, ладно. Так, пошел в интернет, теперь он что-то устанавливает. Я вспоминаю, когда давно ставил Windows. Долго-долго. Тоже предлагал. Расслабиться. Так, принять. Принимаем. Не хотел бы настраивать. Так, ладно, сейчас буду дальше. Так как это Windows, я тут программками не разбираюсь, какой можно снимок видео делать, экрана. Так, зашел в YouTube, сразу в рекомендованных появился Навальный. Ютых током, выбивая из них показания. Хотя звук неплохой. В участии в несуществующих экстремистских группах, ну понятно, это приводит к ослаблению людей и ненавистью. Поэтому Прокопьев написал все абсолютно правильно. Так, и говорю я это абсолютно не боясь, что против меня вас будет такое дело. О, дело. Не рассуждайте. Это любому человеку понятно, так, что все это случилось ровно потому, что внутри ФСБ сидят не проконтролировать. Ну, в принципе, неплохо. Потому что там будет видео, какая-то нормальная процедура, идет, контрольное соотношение, количество бюллетеней. Ну, то есть, будем изобретать. Закрыть. Выборные процедуры. Ну, конечно, я буду Mozilla ставить или Chrome, не буду я. Так, я вот не понимаю, кстати, лицензионная система, смотрим, что здесь. Windows стоит на одном разделе 60 гектар, еще один раздел, я на него Linux поставлю, раз вот 60 еще, и будет свободный для информации. Я не знаю, как здесь посмотреть параметры, просто реально, я никогда не пользовался, точнее давно не пользовался. А, свойства, может здесь? Мой компьютер где? Вот, все, нашел. Так, что мы имеем? Память. 8 гектар, кстати. Windows 10 у нас. Pro. Процессор Intel Celeron. Ну ничего. Так, ну вот, в принципе, здесь раньше было, Vista можно было запустить, он показал бы, как система работает, насколько она, он поставил пятерку, четверку по своим каким-то понятиям. Так, неудобно без мышки. Да и что у нас такое? Что-то половина по-русски, половина по-нерусски. Непонятно. Netflix установил какой-то. Что это такое? Нужен? Сейчас пробую перегрузиться, посмотреть, как он... Где тут кнопка? Как, насколько быстро он? Потому что устанавливался долго. Учетную запись создал. Могу синхронизироваться с телефоном. Так. Перезагрузка.
Судя по параметрам, он довольно мощный. Так, выключился он относительно быстро. У меня компьютер, конечно, быстрее выключается. Так, у меня там Linux. Здесь тоже будет стоять. Интересно, всех Windows так долго грузится? О! Что такое DST, я не знаю. Почему он? Я так определил. Ну, в принципе, относительно быстро он. И беззвучно. Ну, клавиши очень приятные. Мне так нравится. Здесь у нас еще и... О, какая штуковина. А, сейчас покажу. Тут, оказывается, накладная клавиатура. Тут вот латинская, обычно жесткая, и резиновая. Очень классно, кстати, придумано, сделано. Так, ну. Он тут даже игру запустил, но я уже умер там, не умею играть. Так. Что ж такое? Не знаю, просто что здесь к чему нажимать. Может, вот так вот? О! Короче, где-то надо делать, надо. О! Упал. Ну, короче, вот. Надо тут летать, в принципе. Ну, это не мое. Я не игрок. Попробуем. Так. Что надо? Все равно упал. Ну ладно. Прошла уже неделя. Неделя сильного прошло, как я свой ноутбук. Установила, конечно, себе уже Linux. Ubuntu. Вот. Но единственное, что мне. Но Windows'ом я не пользовался. Давно очень, там уже десяткой. Я не понимаю, что-то к чему, но вроде все работает. Единственное, почему-то не цепляет мой интернет, мой Wi-Fi. Телефон подключается, когда я раздаю Wi-Fi. А именно к модему не хочет. Не знаю почему, но в Linux все нормально работает. Без проблем. Вот, пожалуйста. Данные. Загрузится процессор. Что мне понравилось, это работа батареи. Только интересно, производитель. Температура 0. Ну, не знаю, немножко. Хотя почему температура? Ну ладно. Вот производитель. Звони производителя. Батареи не хватило, когда просто у меня работает компьютер с Ютубом. Ну, вот в Ютуб. Так, фоном. Играет он. Мне хватило его где-то на 6 часов, даже чуть больше. Вот батарея, это вообще отменно работает. Что еще могу сказать? Для игрушек он, ну, так себе. Майнкрафт тут работает. Сейчас игры. Майнкрафт я запускал. Ну, все относительно хорошо. Я не игрок, вообще я никогда не играл. В таком взрослом возрасте, тем более Майнкрафт, пока запускается. Что еще могу сказать? Ну, в принципе, я доволен. Смотреть видео, ковыряться в интернете. Обрабатывать видео, конечно, он подольше это делает, чем компьютер. Ну, соответственно, по-иному он быть не может. Это же не игровой компьютер. Вообще не мощный. Загружается. Сейчас игра.
детям. Если для учебы, вот то, что дистанционное обучение, это вообще на пятерку. 5+. Вот. Для игр, конечно, ну, за 14 тысяч, даже за 13, я думаю, никакой компьютер не будет, не потянет игры. Но в Майнкрафт я играл. Я не знаю, почему так обновляется, что ли. Не знаю, что он так делает медленно. Ну, это так обычное явление, сейчас он появится опять. Вот тут процессы показываемые. Вот смотрите. Процессы почти на 100% все загружены. Память тоже наполовину. Пожалуйста. А, у меня тут даже и бизнес. А нет, вот новый мир. А звук-то у меня отключен здесь. Вот. Я даже не знаю, как управлять здесь. Песок какой-то. Ну, единственное, что настройки надо сделать помягче. Так, опять вылетело. Достройки. Достройки графики. Так. Ну, графика быстро. Я реально не знаю, где здесь что нажимать. Ну, как видите, что-то работает. Как тут вперед идти? О! Вот, полетел, и что я делаю? Короче, что-то непонятное такое. Ну, игра идет, в принципе. Что еще надо? Ладно, выходим. Ну, в принципе, вот такая тема. Сразу процессоры. Загрузить процессор поменьше. Ну, понятно, конечно, дело. Ну, ссылка на этот компьютер будет в описании. Мне интересно, что это была за модель такая. КУ или как она называется. Все. Я буду дальше сваивать компьютер. Вот этот ноутбук. Ну, он нужен в основном для... Просто чисто для работы. Там видео обработать, конечно, не знаю. Пробовал я. Но очень долго, конечно.